subscribe. Итак, мы начнем сегодня с уборки в ванной. Сейчас я уберу все свои вещи, распределю их, которые нужно в корзину отправить, а какие непосредственно стирать. Я стараюсь разделять белье. Цветное стирать с цветным, а белое с белым. И сейчас, когда я расформирую белье, я займусь чисткой ванны. Как только я закончу здесь убираться, загружу машинку, достану порошок снизу. Еще достану губку и перейду к раковине. Еще немного уберу на стиральной машинке, потому что все предметы любят оттуда падать, когда я стираю, загружаю машинку. Машинка трясется, и оттуда все летит на пол. Да, все. И перехожу к чистке раковины. Сейчас я уберу все предметы зеркала на машинку, для того, чтобы помыть зеркало нормально. Я делаю периодически, это примерно раз в месяц, полностью уборку всего, потому что там скапливается очень много пыли, которую необходимо чистить. Вот, я уже все убрала. Протираю зеркало. Тщательно его протираю. Добавлю немножко скорости для того, чтобы было не так долго вам смотреть. Вот, теперь чищу непосредственно саму раковину. Очищаю. Потому что кран и все вот эти баночки, они тоже загрязняются часто. И сейчас я перехожу к зеркалу. После того, как я помыла все зеркало, я тщательно полотенцем протираю сверху, чтобы не осталось развода. Мое специальное средство для чистки зеркал и стекол закончилось, поэтому я протираю просто без него обычным полотенцем. А до этого достаточно часто использовала специальное средство для очистки стекол и зеркал. Но так тоже довольно-таки удобно. И не остается никаких разводов, пятен, следов. Так что, в принципе, это тоже действенный метод. Тщательно, аккуратненько нужно везде, везде протереть, чтобы было чистенько. Да, отлично. И теперь я составляю обратно все свои крема. Я также немножечко ускорила видео для того, чтобы вам было удобнее смотреть всю мою рутинную работу, так как я выставляю все баночки немножечко, чтобы это было побыстрее. На самом деле я люблю заниматься такого рода очисткой дома, когда требуется сделать какую-то рутинную работу. Сейчас я перехожу к чистке крана. Кран у меня тоже довольно-таки загрязненный оказался. Я, наверное, больше года его не чистила, и он оказывается такой блестящий, такой как новенький получился прям. Поэтому я хорошенечко его почищу сейчас. Продолжаем чистить, чистить упорно. Хорошенечко, чтобы все места были очищены. Это очень важно.
Экран был чистеньким. И также я сверху протираю полотенцем для того, чтобы не осталось разводов. Да, чтобы все тщательно почистить. И чтобы экран блестел. Просто был блестящим и красивым. Сейчас я буду делать то же самое.